Президент Владимир Путин поддержал намерение Сергея Носова участвовать в выборах губернатора осенью этого года. Об этом глава государства рассказал в ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве 6 июня. Губернатор начал свой доклад с того, что за последние годы в регионе начались серьезные изменения к лучшему. От стагнации в течение 25 лет практически не строилось жилье, социальные объекты, школы и больницы, и наблюдался большой отток населения, он перешел к устойчивому развитию. Вырос индекс промышленного производства и объем инвестиций. Увеличилась в 1,5 раза добыча золота, активизировалась рыбопереработка. Как следствие развития экономики, увеличился бюджет региона. Он стал более социально ориентированным. Снизился уровень бедности. Развернулось масштабное строительство, заметно крупное вложение в реконструкцию систем ЖКХ. Большое внимание уделяется благоустройству, комплексному развитию территорий, созданию комфортной городской среды. У вас уровень заработных плат, денег много никогда не бывает, но тем не менее он повыше, чем в среднем по стране. Правда, цены повыше, это понятно, но все-таки отток населения продолжается. На мой взгляд, причина в следующем. Во-первых, у нас высокие заработные платы. Это за счет вахтовиков и сезонных рабочих. Золотодобывающая отрасль, она там за 300 тысяч зарабатывают за сезон. Или квалифицированные работники на золотоизвлекающих фабриках, операторы агрегатов и машин зарабатывают очень много. Но они увозят эти деньги все из Магадана, из Магаданской области. Уровень заработной платы очень важен, но не менее важно, когда человек принимает решение, где жить, это, конечно, условия жизни, ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот система ЖКХ, конечно, здесь проблем у нас еще очень много. Сегодня у нас намечена большая модернизация. Во-первых, понятно, очень много программ, которыми мы активно пользуемся, в них участвуем. Спасибо поддержке правительства Российской Федерации и Михаил Владимирович нас поддерживает, и, конечно, Юрий Петрович нам занимается. Марат Шакирзянович, он побывал у нас, он увидел ситуацию и обстановку, нас старается поддерживать. Но мы сегодня, наверное, одни из лидеров по использованию тех инструментов, которые есть в инфраструктурном меню. И мы видим в этом шанс, и еще раз повторю, активно участвуем. Далее Сергей Носов отметил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, чтобы продолжить реализацию намеченных планов. Владимир Владимирович, почти 5 лет назад, по вашему поручению, я возглавил Колыму, и после избрания на эту должность, получив поддержку населения, я выполнял поставленные задачи. Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше. Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы в рамках того же мастер-плана. Это 63 мероприятия на 220 миллиардов рублей, и она уже реализовывается, часть реализована. Вы знаете, Владимир Владимирович, вот у нас в традициях моей семьи было следующее, что если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать. Вот если, уважаемый Владимир Владимирович, вы одобрите то, что я в сентябре бы с поддержкой населения Колымы продолжил выполнять ваши поручения, реализовать ваши программы, значит, я готов, значит, приступить выполнение этих задач дальше. У вас все получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, прежде всего, это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чем мы говорили, это вот социальная сфера. Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет. Но все-таки самое главное – это поддержка людей. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что многое сделать удалось, а как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, но все-таки выборы есть выборы, и я бы вам рекомендовал прямо напрямую работать с людьми, напрямую. И послушать людей. Чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели, как результат вашей работы. Спасибо. Я так и сделаю. Спасибо.